Заменить все импортные яблоки на рынке России отечественной продукцией. С такой повесткой на Ставрополье стартовала 5-я международная выставка «Про яблоко». В ней приняли участие производители фруктов и посадочного материала, а также оборудование для обработки сада и хранения продукции. А это более 7 тысяч представителей хозяйств. Посетил выставку и губернатор Владимир Владимиров. Перспектива довести инвестиции в садоводство, не только в яблоки, в садоводство, до 50 миллиардов рублей в год, а дальше перспектива довести инвестиции в переработку продукции садоводства как минимум до 30 миллиардов в год. И вот эта выставка, она для этого и служит. Партнеры, будущие партнеры и совсем будущее – это наука. В селе Пелагиаде ремонтируют дорогу на улице Комсомольской. Там устранили просадки полотна и расширили проезжую часть, сообщили в региональном Миндоре. На улице постелят асфальт, обустроят остановки и подъезды к ним. Нанесут разметку и установят знаки. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В поселке Тоннельном построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Местные жители смогут получать первую медицинскую помощь. В здании оборудуют кабинет для приема пациентов, процедурную, подсобные и служебные помещения. Сообщили в региональном Минстрое. Закупят современное оборудование и удобную мебель. Работы проведут по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Между станицей Новотроицкой и Изобильным заменят почти 8 километров водовода. На участке труба проржавела полностью. Работы планируют завершить в ближайшие полгода, сообщили в Ставрополь-Крайводоканале. Беспрерывным водоснабжением обеспечат почти 40 тысяч человек. Реконструкцию проводят за счет краевого бюджета и средств из Фонда национального благосостояния.